Террария. Будем играть в Террарию сегодня. Кто не знает, это игра по типу Майнкрафт. Классный саундтрек. Настрой. Обучение включить, ну, естественно. Редактировать интерфейс. Профильная серия включить. Новый мир. Сложность низкая. Боже. Он можно выбрать даже кожи. Сделаем нормальные вот такие. Глаза. Насыщенность. Яркость. Ого. Обувь. Насыщенность. Ладно, создать. Выберите его. Лёха? Какой аппарат? Л-аппарат. Вот это норм имя для человека. Лёха, играй. Выберите мир. Мой. Размер маленький, средний. Террария. Сложность. Обычный эксперт. Ладно. Так. Неплохо так загрузка идет, скажу я вам так. Добавление травы. Ну вот мне что-то не нравится, вот эта вот быстрая смена дня и ночи в меню. По-моему, фазы луны меняются, не? Сейчас проверим. Ой, что-то долго как-то. Пустынивание. Создание преисподней. А где луна сейчас была? Утяжеление песка. Что значит утяжеление песка? Там на Луне, кстати, что-то есть. Что это там такое? Уж не американская база или? Не? Настройка жидкостей. Каких таких жидкостей? Да, фазы Луны меняются. Это хорошо. Даже в главном меню разрабы не поленились. Создание водопадов. Бля, долго. О! Добавление мха. Зачем мох-то, блядь? Уж извините, ну реально. Зачем мох-то? Сколько хрупких предметов. Даже деревья поменялись. Скоро слип. Thank you.
О, так долго. Что зависло? Зависло. Не, не зависло. Выращивание лозы. Посев грибов. Ой. Создание конструкций. Каких таких конструкций? Ну все, готово уже. Давай. Ночь без луны. Что это за баг такой тут в меню? Почему тут некоторые ночи без луны? Ой, есть, наконец-то было создано. Блять. Загрузка данных мира. 100%. И настройка жидкостей. Опять? О! Мы появились. Легендарный мутант, так, ты кто? Ой, блядь. Я извиняюсь. Вот топор. Топор. Генный топор. Рубим, 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 рубим. Есть. Желудь. О, вот грибы. Грибы. Желудь. Неба, сколько древесины. Ни один бы человек в реальности столько бы не унес. Инструменты будут ломаться. О, кролик. Я упал. Тихо. Просто поднимаемся. А как обратно-то, алё? Я хочу кролику. О, бабочка. Мне так-то жрать нужно. Не? Тут древесину вот. А, блядь, меня атакует какое-то говно, блядь. Эй, на. Есть. Всё. Так, кролик. Мне нужно жрать. Так, тебя я не могу убить. То есть я тупо распотрошил сейчас кролика. А как мне с него забрать жратву?
Какого хрена? Это вот что такое? О! Какая-то херня. Ладно, посрубаем деревья. Так. А солнце планируется садиться, не? Ну, оно чуть-чуть еле движется. Я тут в какой-то херне сурикен нашел. Бабочка. Так. Здесь вообще пиздец, как темно. Кстати, это была опасная, я там мог в какую-нибудь яму свалиться. Ну, тогда пизда была бы. Ловко. О, факел! Я нашел факел! Есть, так. Сундук? В сундуке? Оловянный слиток. Так, как переносить? Вот так. На, там этот спустился. Что-то долго приносит, не так ли? Ой, ладно, как закрыть? Как закрыть-то? Блять. Как мне тебя закрыть-то? Всё. Так вот. Я понял теперь как. Так, ну что теперь копать, по идее, нужно? Ну, будем копать. О, гриб. Соберём-ка, пожалуй. Не копай под себя. Первое правило Майнкрафта и Террарии, скорее всего. Может, мне все логично? Так, сейчас будем прокапываться. Смотри, что есть. Так. По идее, нам нужно что-нибудь со мной найти. Так. Блять. Как перепрыгнуть? Перепрыгнуть. Только попробуй подойти. Я тебя угландошу. Ну. На. Ай, блять. На, все. Так. О, во, вижу камень. Камень у нас в Майнкрафте для создания печки. Но для чего здесь нам камень, понятия не имею. Факел. Так. Ну, о, пингвин? Что тут делает пингвин-то? В каких-то джунглях вообще? Снег пошел. А тут потому что снежный биом. Ну, типичный биом в Майнкрафте. Сначала очень жаркие джунгли, а затем вот такой. Гриб. О. Блядь. Ох, попадаем в самом деле. А как факел поставить? Вот. Всё. Чё? А, это снежная залупа. Я знаю, его зовут Слизень. А, блядь! Сука, я... Блядь, я этому тупому идиоту отрубил башку. Ой-ой-ой, что ж ты будешь делать? Иди. А, что происходит, а? На. Подходи, я тебе надаю пиздюлей под эту музыку. Террария геймплей. Да повернись ты уже! Всё. О-о-о! Блять, у меня что-то плохо с жизнями. О! Пещера!
Ху-ху-ху, там пещера, вы это видите? Так, мы на морозе и без шапки. Это плохо. Так. Жизнь восстанавливается, это хорошо. Так. Так. Как же вы меня задолбали? Уже задолбали. Вы понимаете, что это? Я только вошел в игру, вы меня уже задолбали. Так. Иди нахер отсюда, слизень тупой. Понимаем, уже строить только в пределах, ну, доставаемости. Так, уже пойти. Вот, накрыли. Ой, наступает ночь, это плохо. Так, вот тут вода, вода ледяная. Быстрее выбираемся. Я думал, тут лед. Чё? Чё это открылось такое? О, монеточки. Так, убирайся. Верстак? Мне нужен верстак, алло. Забирай верстак, идиот. Как взять-то? Что? Где это? Факел 15 создал. Костер. Моток веревки. За херня тут как идти. Так. Все. Быстрее выбираемся. Как же вы меня достали, слизни. Так. Нам сейчас, по идее, нужно сделать какое-то жилище. Ну, мои просто идиоты. Ой, ложится тут какая-то. Выбирайся. Ой, мы заболеем 100%. Мы тут сдохнем, мне кажется. Вплывай! Вплывай! Вплывай, идиот! Что делать? Вплывай! Вплывай, я тебе говорю! Вплывай, ну же! Я вдруг Лёха утонул, мы были убиты. Ай, блядь. Я же... Почему наш главный герой не умеет плавать? Мы появились в этом месте. Так, ну ресурсы наши сохранились. Гель какой-то. Давайте-ка тут срубим все. И построим временную базу. Ты какую убили? Так. Просто убили одно дерево. Гондон! Гондон прилетел, смотрите. Какой-то глаз летающий. На! Получай! Да ты долбали писать! Тихо! Как тебе? Всё. Так. Чем? Идите все, пожалуйста! Нахер от меня! Уйдите! Блять! Как же сложно отбиваться! Это у меня зомби из Майнкрафта! Давай! На! Блять, пропустил удар по себе, это очень плохо. Плохой знак. На! Черт! Сука! Да, я опять убил. Убитого. Выпутили. Что это за какие-то... Кто это вообще такие? Лёха был убит глазом. Ладно, всё-таки построим здесь базу. В которой... Мы переночуем! Тихо. Это что за зомбак? Так, тихо. Так, тихо. Неудобно, что мне приходится разворачивать именно тело. Ай, все пошли, идите вы, идите отсюда. Меня...
важную пули, раздавленные игроком зомбийский мост. Ой, ночная, ни хера не видно. Строй. Так, строй. Плохо очень видно. Ты ничего не построил. Пошел отсюда. Снежные брюки. Так. Так. О, карта. Вот. Так, где у меня? Вот. Инвентарь. Верстак. Это меню крафта. Так, быстрее обратно. Бак. Все. Здесь мы должны просто запикивать рабов. Как в старом Майнкрафте. Я не понимаю, что ты не строишь-то? Почему главный герой не строит? Все. Так, быстрее. Так. Нахера два-то? Что это за зомбаки тут такие? А, это обычные зомби. Смотрите. Что это у Луны там за кольца такие? Это что еще за... Тоже зомби. Да, что такие разнообразные зомби? Все. Вы до меня не доберетесь. Идиоты. Ой, они днем сгорят. 100%. Я вам гарантирую просто. Идиоты, чё, не можете добраться до меня, да? Так. Жалко, не могу их достать тут. Ой. Кстати, ребят, знаете что? У меня курица моя это съела на яйца. Ну, она наконец начала нести яйца. В конце-то лета идеальное время, чтобы понести яйца, не так ли? Так, вот я создал верстак. А где верстак? А? Два верстака-то зачем? Ой, идиотина. Так, сейчас, это временное убежище. Сейчас ночь пройдет, и, короче, мы с ним сделаем нормальную хижину, будем исследовать все. Да уж. Да уж. Этот чел просто бессмертный. Нет, ну ведь они знают, что я тут вот кружится. Нет, ничего не могут сделать. Особенно это... Тут глаз смешно выглядит. Ты что, не можешь ломать, что ли? Странно. Что это было? Сейчас мы чуть-чуть подломаем нашу банку. Так. Он не может попасть на благо. Ой, у тебя им, как я не знаю, у кого. Как тут? Кирка тут для ломания. А топор, чтобы только ломать
это деревья. Все, рассвет наступает. Есть. Глаз уничтожили. Сейчас будем уничтожать. Так. Сейчас будем, короче, вот это вот все мы убирать. И строить новую базу. Как показала ночь, без базы не обойтись. Не получится. Достижение получено, у тебя получится. А эта музыка так-то длинная и стиральная. Зомбак. Так, пошел нахер отсюда! Тихо. На! На. Всё. Сейчас это разрушим. Да это разрушаем. Как сделать дверь? Сейчас мы верстак поставим. Вот. Два верстака даже зачем-то. Ладно. Вместо желуди. Так, мы уже вот поставили. Хорошо. Так, что дальше? Верстак. О, смотрите, белка. Вот. Так, блядь. Идите нахер отсюда вовсе. Вы нахер белку убили? На. Все, дверь создать, деревянная дверь создана. Так, теперь поставить. Какой смартфон сорки еще. Иди нахер. Так. Как тебя поставить? Как тебя поставить? Слизень. Иди по нахер, с твоим другом. Долбали вы меня. Ой. Ой, как поставить дверь, вы мне объясните. Я так только ее выбрасываю. Ну, как поставить-то? Как поставить тебя? Тюз.
Трастук, что это значит? Так. Ну вот как тебя поставить-то, не объясни-то. Дверь должна объяснить, как его поставить. Ладно. Грибы уберем и поставим сюда вот дверь. Все. Бля, ну ведь за неделю дам, ты мне нахер не нужен уже, честно, мужик. Что там делал, не очень. Ой, так. Подождите. Мне еще нужно одну дверь сделать. Верстак. 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 А, я понял. Так, вот еще одна вещь. Я сюда поставлю. Так. А верстак наш мы поставим вот верстак сюда. Так. Два верстака посередине самый. В принципе, неплохо. Так. Меня залобали слизни. Я, пожалуй, пойду поизучаю открытый мир. Вот тут уже зима. Вот здесь вот. Зимний период. Ну, что стоишь? Тут, кстати, есть физика падения деревьев. Ради. Вот здесь сейчас застроим, а здесь все равно глубоко стоит. Ну
наш главный герой может заболеть! Я надеюсь, что нет. Ты все нахер от меня, пожалуйста. Погодите. Все. Так. А, зажимаю. Что делать. Я слыбался с этими слизнями. Что? Почему наш главный герой не умеет плавать? Блядь! Ну выпотрошили, боже ты мой. Меня выпотрошили. Кровать. Как сделать кровать? Сделали. И все. Тупые мухи! Как же меня задолбали мухи! Я их ненавижу просто! Они вот взлетают и приземляются на то же место, потому что у них мозга нет просто! Они тупые в ноль! Тут вот сосульки такие висят. Нет. Блять, не тони! Иди нахер отсюда! Сейчас будем убивать вас всех тут! Я не шучу! Это не блеф! Блядь, я опять даду звука, почему, блядь? Да что ж ты? Нахер иди сюда. А, что ты будешь делать? Быстрее хоть куда-нибудь. Хоть в воду, хоть куда. Как же вы меня задолбали, слизни.